Если бы эта трава росла в цветнике, то сказать, что она типичный представитель естественной среды, было бы практически невозможно. Внешний вид Вероники длиннолистой больше напоминает сортовую культуру, нежели растение дикой флоры. Этот вид действительно очень красиво смотрится даже на лугу, в поле, возле дороги, в лесу или в кустарнике, то есть там, где растение предпочитает расти. Ареал распространения травы – все уголки земного шара, где почва пригодна для роста и развития растений. В Украине найти этот вид Вероники можно в любой ее области. В нашем небольшом городке она часто растет прямо на клумбах или под многоэтажными домами. Особенно много длиннолистной Вероники на лугу у реки Стырь или в окрестностях лесных насаждений. В лесополосах она может расти как на полянках или вырубках, так и между деревьями. Ученые выяснили, что там, где растет длиннолистная Вероника, почвы нейтральные или слабокислые. Трава предпочитает расти на суглинках и легких грунтах. В семействе подорожниковых, куда входит и длиннолистная Вероника, насчитывается от 300 до 500 видов. Ученые до сих пор не могут выяснить более точную цифру всех видов Вероники, так как это самый многочисленный вид во всем этом семействе. Как же распознать растение? Длиннолистная Вероника – высокий многолетник. Высота растения, зависимо от условий произрастания, может варьироваться от 60 см и до 1,5 метра. Стебли культуры прямостоячие, полностью гладкие либо борозчатые, слегка опушенные, крепкие, простые, хотя могут быть и ветвистыми. Примечательным у длиннолистной Вероники является и соцветие. Его форма – густая кисть. Она может быть как одиночной, так и разветвленной по бокам, хотя боковые кисти менее развиты и не очень большие. Цветков в соцветии очень много, около 450. Оттенок лепестков от чисто-синего до сине-фиолетового. Венчик у цветка около 6 мм. Но самые удивительные красивые цветка длиннолистной Вероники – это две длиннющие, намного длиннее венчика, тычинки с большими пенниками. Растение приобрело название благодаря листьям. Они у длиннолистной Вероники супротивные, ланцетно-линейные или продолговатые. Их длина от 3 до 15 см. Края их листовых пластинок неравнопильчатые, верхушка листа заостренная, а его основания клиновидные либо усеченные, похожи на сердцевидные. В одной мутовке вырастает сразу до 4 листиков. Около каждого листа имеются длинные прицветники шиловидной или прямолинейной формы. Период цветения травы с июля до начала сентября. Чем полезна Вероника длиннолистная? Тут и гадать не нужно. Благодаря своей эффективности, ажурности, яркому цвету соцветий, длинному периоду цветения, Веронику длиннолистную часто используют в качестве декоративной культуры. Хотя красоту травы садоводы оценили не сразу. Сначала этот вид стали выращивать в качестве лекарственного растения, помогающего в лечении почек, легких и желудка. А как цветочную культуру, ее стали использовать гораздо позже. По-настоящему дикую Веронику оценили селекционеры. Они с лихвой наверстали упущенные тысячелетия, выводя огромное количество новых сортовых видов.
Причем гибридные сорта имеют разную форму соцветий, высоту растений и даже цвет лепестков. Несмотря на множество сортовых видов, высаживают на цветниках и дикую длиннолистную веронику. Именно это растение намного упрощает уход за садом. Преимущество дикой травы в том, что она растет как растение-компаньон, имеет разный цвет лепестков от нежных и до контрастных сине-фиолетовых оттенков, создает ажурный фон, причем очень элегантна, стройна и неприхотлива в уходе. Все, что нужно садовнику, собрано в зимостойком многолетнике под названием длиннолистная вероника. Для сельского хозяйства растение также пригодится. Трава поедается домашним скотом, как в свежем доцветении виде, так и в сухом. Ценят его и пасечники. Это отличная весенне-летняя медоносная трава, дающая с гектара до 100 кг душистого, целебнейшего и вкуснейшего меда. Но особенную славу трава приобрела у народных целителей, хотя официальная медицина лишь недавно стала интересоваться длиннолистной вероникой. Травники-целители издавна лечили растением воспаление, применяли его в качестве болеутоляющего, противогрибкового, противосудорожного, желчегонного, антитоксического, кровоостанавливающего и ранозаживляющего средства. Из растения делали отвары, припарки, настойки, мази, а также добавляли его в травяные сборы. Полезной будет вероника и красавица. Принимая банно-ванные процедуры, нужно добавить в воду экстракт, вытяжку или отвар вероники. Это поможет очистить кожу от фурункулов, угрей, высыпаний, мелких трещинок и ран, а также от других дефектов кожных покровов. А вот свежесорванные цветки и листья вероники помогут избавиться от опрелости или потливости ног. Химический состав длиннолистной вероники практически не изучен. И кто его знает, сколько тайн сохранит в себе это чудесное и эффектное растение. Но с годами его становится все меньше и меньше. Причина исчезновения – красота цветущей вероники. Именно в период цветения люди массово рвут букеты, причем с корнями. Зачем они это делают, не знают даже сами. Нельзя быть такими недальновидными. А вдруг именно длиннолистная вероника хранит в себе такую целебную силу, которая может спасти людей от неизлечимой болезни нашего века.